Доброго времени суток. Пришли ко мне наушники QCY T12. Вот такая коробочка. Без шнурка были Type-C-шный разъем для зарядки. Инструкция Китай и английский. Штрих-код для того, чтобы скачать и установить приложение. Это вкладыши. Затычек у меня предостаточно. Я решил послушать, как будут работать такого плана наушники. Опять же, заказывал я их на распродаже. Обошлись они мне 800 рублей. И сразу, микрофоны мне не понравились, как работают. Хотя в более дорогих наушниках я слышал записи еще хуже. Я постараюсь прикрепить записи. Будет запись микрофона в плане звонок с Xiaomi-шного телефона и запись на Realme и наоборот. В одной сети сотового оператора. И послушайте. Ну, там коротенькие записи. Так. По автономности. Значит, на 50% громкости свыше 5 часов плюс-минус, грубо говоря, не знаю, минут 20 еще прибавляйте, 5-20 где-то. Если на 100% громкости, то 100% 4 часа. Опять же, у меня полный цикл не получилось проверить, так как проверялось все это на работе. Периодически я ставил на паузу. Иногда по одному наушнику слушал, а не по два. Ну, это так вот. По звучанию. Ну, звучат неплохо. Ну и не сказать, что прям вау, эффекта нет. Это бюджетные вкладыши. Очень гибкие настройки можно настраивать пресетами эквалайзера, не используя, например, приложение родное QCY, хотя у него там тоже есть и эквалайзеры, и пресеты, и тому подобное. Опять же, если вы используете связки с приложением, постарайтесь, например, у Realme есть там улучшайзер звука, его надо будет отключать обязательно. Иначе вы просто упаритесь настраивать под звучание. По умолчанию я пробовал на древнем Samsung планшете. Звук на фильмах и на музыке, не сказать, что плоский, но, скажем так, лучше, чем на бюджетных затычках. Ну, прям вообще бюджет-бюджет. Вот. Ну, как-то так. Наверное, все. Тут рассказывать шибко нечего. Рекомендовать для аудиофилов не могу. Для тех, кому нужен приемлемый звук, скажем так, чтобы, ну, не противно, да, слушать какие-то композиции, и кто понимает, что ему придется все-таки с настройками где-то что-то там поработать на смартфоне или плеере, то рекомендовать можно. Как так? Спасибо за просмотр. Пример записи микрофона QCY T12. Сейчас записывается на Realme в одной сети сотовой звонок с Xiaomi-шной трубки. Звонок с Realme на Xiaomi-шную трубочку. Запись микрофонов QCY T12. Запись
будет снята с сиумишной трубы.